если ты все равно меня не любишь, сегодня я их отрежу. Ты все равно меня забудешь, хоть новую, хоть прежнюю. Для тебя лишь пустое место, тише листьев шелестящих ветром. Ну же, дай мне такое средство. Нарисую на лице красный крестик, может быть, тогда однажды заметишь. Или напишу письмо на весь листик, расскажу, что ты один главный фетиш. Подожгу свои дурные косички, может, ты меня спасать прибежал бы. Руки смажу суперкрем прилично, а может, ты меня прижимал бы. Ай-яй-яй-яй, это что за колдовство, хоть врезаются иглы. Ай-яй-яй-яй, что же я за существо, если меня не видно, зачем мне мои волосы, если ты все равно меня не любишь. Сегодня я их отрежу, ты все равно меня забудешь, хоть новую, хоть прежнюю. Для тебя лишь пустое место, тише листьев шелестящих ветру. Ну же, дайте мне такое средство, чтобы для тебя стать человеком. На-на-най-най-най-най-най. Краской. Может, тело мое станет заметней, но как растворяют буквы за маской. Так меня сдувает осенний ветер, за тобой брожу я, как привиденье. И кидаю злобным взглядом предметы, напишу еще одно сочинение. А как я провела с тобой это лето. Ай-яй-яй-яй, это что за колдовство, хоть врезаются иглы. Что же я за существо, если меня не видно? Зачем мне мои волосы, если ты все равно меня не любишь? Сегодня я их отрежу, ты все равно меня забудешь, хоть новую, хоть прежнюю. Для тебя лишь пустое место, тише листьев шелестящих ветром. Ну же, дайте мне такое средство. А зачем мне мои волосы? Может, дайте мне покой.